Ого-го! Что здесь происходит? Чё смотрите, ребят? Зима слишком близко. Это же грёбаный Санта! Видимо, не очень добрый. Самолеты, ничего себе! Седьмой сезон. Здорово, народ, с вами Тед Мосби, и сегодня мы поиграем в Fortnite, долгожданный седьмой сезон, который уже все поиграли, а я, как всегда, самый последний. Но, да, в общем, это первый взгляд Тед Мосби, седьмой сезон Fortnite. О, мы в лобби, у меня все лагает, как всегда. Ууу, как замечательно! Обожаю свой ПК. Пожалуйста, если вы с какой-то крупной компанией, напишите мне, предоставьте какой-нибудь хороший ПК. Я буду вашим амбассадором. В общем, как всегда, вы смотрите, вы не набираетесь никакого скилла от меня. Вы просто смотрите, как я нублю, как я позорюсь. И я не умею играть. Я поблагодарил водителя автобуса. Давайте прыгнем. О боже, как же сильно все лагает. Ладно, мы все равно полетим. О, у меня, кстати, остался снежный вот этот вот полет. Он, кстати, очень сейчас в тему, да? Так, надеюсь, здесь никого не будет и меня никто не убьет. Ну, потому что это было бы, ну, очень глупо. Я уже кого-то вижу, кажется, мне конец. Так. Я зайду к вам в следующий раз. До свидания. О, шарики. Они мне-то сейчас и нужны, чтобы улететь отсюда куда подальше. Так, мы нашли дробовик. Замечательно. Так, еще один дробовик. Я слышу сундук. Окей. Где сундук? Граната. Нафиг мне граната нужна. Мне нужен сундук и ресурсы. Я вижу тебя. Вот и вся игра. Спасибо, ребята, что смотрели. С вами был Тед Мосби. Это нет, это нереально. Я пойду еще одну игру. Мне нужно еще одно лобби, не лобби, еще одна игра. Что, мне на этом заканчивать ролик? У меня ролик идет буквально 3 минуты. Офигенно просто, да? Нет, играть в одиночку. Итак, ребята, мы снова в лобби. Потрясающе, зимнее настроение, погода. Все отлично, такое, знаешь, новогодняя атмосфера, пацаны, ребята, девчата. Кто там меня смотрит? Всем добро пожаловать. Надеюсь, меня не убьют в первые 12 секунд игры. А я полечу сразу в снежный биом. Все уже прыгают? Да, я тоже вот прыгнул. Я не успокоюсь, понимаете? Мне нужно сделать хотя бы один килл. Кстати, я впервые вижу 100 игроков на карте. Прям действительно 100. Ничего себе. Видимо, я слишком поздно это сделал. И, скорее всего, я не долечу. Что ж, не очень-то и обидно. Сейчас мы ресурсами залутаемся. Да как поднимемся наверх? А в сундуке золотом... What the fuck? Что это за фигня? А, в общем, на этом все, ребята. Спасибо, что смотрели. Господи, да сколько можно? Я в игру не успел войти. Итак, это третья игра. Мы, естественно, вы не заметили, наверное, как пролетели предыдущие две. Я знаю, это было бы просто, ну, как бы быстро, да? Очень быстро. Я понимаю, сложно было следить. Я тоже не заметил, как она пролетела. И не знаю, что мне делать. Ладно, собрали себя в руки и полетели. Полетим, пожалуй, в ту точку. Вот откуда идут какие-то канаты. О, черт, за мной кто-то летит. Он летит туда. Что ж, у нас есть конкуренты, ребята. Я вижу сундук. И он мой. Его никто не посмеет тронуть. Ясно, да? Я полагаю, вам ясно. Fuck you, чел. Чел. Если я не убью его, просто ставьте мне дизлайк и уходите. Но я его убил. Да, я не ниндзя, ребята. Не все играют как ниндзя. Благо, я успел у него просто выхватить... Что успел выхватить? Да, успел я выхватить у него просто автомат. И у меня просто было преимущество. Но я был очень близок к смерти. Очень близок к смерти. Кстати, по всей видимости, раньше этого бункера не было, да? Потому что, ну, как бы я его вижу впервые. А, да. Я всю карту знаю, ага. Вау! Оу! Самолет? Как им управлять? Мышкой?
мышкой управлять. Так, кринопрово. Так, как, что, какого черта, как летать? А, все, я понял. А я могу просто, ну, как бы летать все время? Меня ж могут тут сбить, да? Или нет? Обратный крен, воздушный тормоз. О, вау! Присесть. Смотри, нет, нет, залезь обратно, залезь обратно, залезь обратно! О, черт, я потерял самолет. Он не разбился. Будь там, дружище. Ты мне еще пригодишься. Сейчас, как только я залутаюсь, хорошо. Когда-нибудь создатели Fortnite додумаются сделать, чтобы с бинтами тоже можно было полное хп пополнить. Ну, я же не всегда могу найти большую аптечку, верно? Так, наверху нет сундука, походу я его сбил. Ох, молодец. Хотя я его не слышал, поэтому вряд ли. Так, вжужук. Вжужук, поняли, да? Это мой... Вжик-жук. Погнали. Оу! А я могу его сбить? О, черт. Так. Не-н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 е. Как ты управляешься-то? Кто-то по мне стреляет. Воздушный бой! Воздушный бой на таран, дружище! Так. А кто кого-то? Как? Что? Оу! Стой, 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 оружие, оружие. Так, там походу кто-то есть. Так, о, кстати, мы в зоне. О, это мой самолет. Почему он не взрывается? Перевернуть. Йоу! Зашибись. Не улетай, пожалуйста. Окей, слушайте, мы живем уже дольше, чем это возможно для меня. Так ведь? Так, а соответственно, еще как бы не все потеряно. А, стоп, я же одного-то уже убил. Точно, как ему не сладко пришлось. Соответственно, я свою миссию выполнил. От меня больше не требуется. Ладно, мы доиграем, как бы то ни было. Как бы то не было. Знаете, для меня занять первое место, ну как бы, ну... В теории, возможно, но на практике нет. Вот понимаете, если я займу первое место, это, блин, ну как бы топ, да? В одиночку, в соло, это... Я не знаю, что должно тогда случиться. Может, какой-нибудь мотиватор мне был бы, что ли? Я не знаю. О, фак! Но он же там. Но я же слышал его. Но он же там, да? Ну, я же не один его слышал. Ты не умер там? Ай, господи. Воу! Фак, как тут строится-то? Все забыл, все, не могу. Умри! Умри в муках! Зато я его не дал себя убить, да? Лучше самому, чем отдать килл. Это не мое. Просто, ну не мое это. Я не знаю, я сдаюсь, господи. Как повысить скилл, я не знаю. Играть в одиночку, но не получается у меня. В общем, на этом все, ребята. Спасибо, что смотрели. С вами был Тед Мосби. Обязательно подписывайтесь на канал. Жмякайте вот на колокольчик, вот такой вот. Показывайте друзьям, какого вы нуба смотрите. Вот что такое херня получается у него все время. Да, ставьте лукас и пишите комментарии, что вы об этом думаете. Всем удачи и всем пока. С наступающим!